Здравствуйте! Сегодня к семейному обеду я приготовлю очень вкусный яичный суп. Мне потребуется один окорочок, картошка, морковка, лучок, паприка и отварные яйца и специи. Вначале окорочок отвариваем до готовности. Для поджарки возьмем морковку, лук и перец. Морковку натираем на крупной терке. Лук режем кубиками. Отправляем тоже в сковородку. Паприку нарезаем тоже кубиками. Паприку берем двух цветов для красоты. Паприку пассируем вместе с луком и с морковкой. Перемешиваем. Немножечко подсолим бульон. Нарезаем картофель кубиками. Вынимаем окорочок и даем ему остыть. Картофель отправляем в бульон. Доводим до кипения и варим 10 минут. А за это время нарубим яйца. Отправляем в суп нашу красивую поджарку. И возвращаем в кастрюлю нарезанное кубиками мясо. И сюда же кладем рубленные яйца. По желанию кладем специи, доводим до кипения и суп готов. Посыпаем зеленью. И подаем со сметаной. Приятного вам аппетита!